22-летний участник битвы экстрасенсов, переплюнул старых коллег. 28 декабря в эфир вышел последний выпуск шоу «Битва экстрасенсов». Победителем стал 22-летний Дмитрий Матвеев. О том, что именно этот молодой человек получит синюю руки, стало известно еще за неделю до финальной серии. Ярые поклонники ухитрились заснять победителя и опубликовать кадр в социальных сетях. Дмитрий стал самым молодым участником 20-го сезона «Битвы экстрасенсов». Кроме того, он меньше остальных занимается экстрасенсайкой. Всего 3 года. Тем не менее, это не помешало ему завоевать первое место. Матвееву удалось закрутить роман с одной из участниц проекта, китаянкой Астрид. Влюбленные разговаривают на разных языках, прибегая к помощи телепатии. Иногда они общаются на английском. Публикация фотографий из Инстаграм. Симпатия возникла сразу. Хоть и не знаем родные языки друг друга, но такого взаимопонимания с женщиной у меня никогда не было. Уже неоднократно думал, что сейчас один из самых счастливых периодов в жизни, потому что она рядом, признался Дмитрий. Многие пользователи сети посмеиваются и говорят, что чернокнижник стал победителем именно благодаря своей новообретенной пассии. Судя по всему, за него просто-напросто проголосовали соотечественники-китаянки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Был бурный роман. Вскрылись сенсационные подробности отношений Табакова с известной актрисой. 3-й ребенок на подходе. Глюкозу заметили с округлившимся животом. Заполонившая улицу толпа долго аплодировала траурному кортежу волчек. Раздавленные Ельцина под руки уводили от мертвой волчек. И многое другое.